Всем привет! Вы на нашем канале, меня зовут Тарас, и пришел тот час, когда, наконец-таки, как обещал, покажу вам свой мотоцикл Boulevard M109R. Данным мотоциклом я владею уже более 5 лет. Мотоцикл имеет объем двигателя 1783 кубических сантиметра. Размер заднего колеса ширины составляет 280 мм. Пятно контакта с асфальтом просто огромнейшее. Устойчивый, классный, тяжелый Power Cruiser доставляет массу приятных эмоций и впечатлений. Допустим, если взять в сравнение мотоцикл Boulevard M109R и какие-либо спортивные версии таких марок, как Honda, BMW, Yamaha, данный мотоцикл в разгоне от 0 до 100 не уступает многим спортивным мотоциклам. В управлении мотоцикл хорош, но при определенном навыке пилота. Если водитель не очень опытен, то данный мотоцикл не доставит удовольствия, потому что данным мотоциклом нужно уметь управлять. Мотоцикл потрясающий, дарит эмоции и приятные впечатления. Мы сделаем небольшие нарезки и покажем вам мотоцикл в движении. Всем спасибо за просмотры, ставьте лайки, как обычно, пишите комментарии, свои предложения о тематиках видео, может быть, сделаем какие-то совместные проекты мотоциклов, автомобилей. Подписывайтесь на канал, вот, оставлю в описании Instagram своего любимого оператора, который делает потрясающие кадры. Всем пока!